Уделите минуту. Флешмоб сожги автососеда перешел все мыслимые и немыслимые границы и уносит по 5 машин за день. И, как вы, думаю, многие заметили, похолодало. Теперь к главному. Как вы заметили, начинается школьный сезон. Родители вернулись из отпусков, а вместе с ними и их авто. В Екатеринбурге стартует парковочный апокалипсис. Дорог не завершен от слова совсем. Липович даже поставил срок до 1 октября. Но как вы можете видеть на Сулимова или на Мира, все плохо. А ты забрал себе ребенку портфель?